Значит, вы знаете, здесь все в геноцид армян в Османской империи. Потому что некоторое улучшение отношений экономическое возможно. Потому что фактически Армения и так торгует с Турцией через Грузию. Просто речь идет о легализации такого рода торговли и прекращении реэкспорта товаров. Я крайне сомневаюсь, что здесь есть очень серьезные ограничения. Я полагаю, что ни Турция, ни тем более армянские диаспоры по миру не поддержат любых шагов по отмене признания геноцида армян в Османской империи. А Турция, естественно, не признает этот геноцид. Здесь вот все упрется в геноцид. Поэтому сближение Еревана и Анкары будет носить ограниченный характер. Но вы знаете, как бы говорить можно разные вещи, но вы сами понимаете, Турция же не признает геноцид армян в Османской империи. Это очевидно совершенно. Диаспоры армянские в мире не смогут отказаться от тезиса вот этого, от необходимости признания геноцида армян в Османской империи. Это тоже объективная данность. В связи с этим, как бы все прется вот в некую стенку. О том, что есть пределы возможного восстановления армяно-турецких отношений. Есть пределы. И эти пределы, они, с моей личной точки зрения, в первую очередь определяются признанием